Всем привет, с вами Декси, и в этом видео я сделаю обзор и распаковку куклы Monster High Frankenstein из коллекции Шапито. Берите любимые напиточки и вкусняшки, и мы начинаем. Перед началом этого видео напоминаю про свой телеграм-канал, на котором уже через несколько дней стартанет новый маленький апдейт, розыгрыш на мерч Винкс уже начался, пока ролик был в монтаже. А подведем итоги, мы его 29 октября, в мой день рождения. И совсем скоро после итогов этого розыгрыша начнется новый конкурс, либо же розыгрыш на новую в коробке куклу Мистикс Азру из серии Рококо. Всем желаю удачи и возвращаемся к обзору. Коробка куклы представлена в черно-красных тонах с ареной и занавесом монстряшного цирка. В левом нижнем углу красуется арт Фрэнки и таблица с ее именем, информацией, что она дочь Франкенштейна, и названием коллекции Фрик Души. На задней стороне арт и краткое описание мультфильма. Начинаем открывать. Распаковка Monster High, конечно, знатная ностальгия, держать их в руках особенно приятно. В этом выпуске Фрэнки предстает перед нами с необычной для себя прической, которую я помню только в серии с питомцами второго поколения. А точнее, это крупные волны, локоны и кудри. Обычно у Фрэнки прямые волосы. Белый цвет преобладает в прическе, в волосах, и сами волосы очень сильно слежались в коробке и выглядят неаккуратно. Так что я думаю, что в скором времени приведу их в порядок и сниму об этом отдельный шорт. Кому интересно, подписывайтесь и увидите его самыми первыми. На голове Фрэнки разместился белый ободок с черной шляпой. Шляпа снимается, а на ободке остается два крепления в виде болтиков, которые, на мой взгляд, смотрятся без шляпы не особо симпатично. И, на мой взгляд, лучше уже либо с шляпой, либо без ободка в принципе. А сам ободок держится на голове неустойчиво и постоянно слетает из-за того, что шляпа очень тяжелая и громоздкая. А резинки, которые удерживали его, давно рассохлись. Шляпа многофункциональна, ее можно как снять с ободка, так и надеть. Также можно вставить в нее кисть руки или предплечье, или какой-нибудь другой аксессуар, который подойдет по разъему. Кстати говоря, у моей Фрэнки какой-то нюанс с кистями и предплечьями. И после распаковки я еле как вернул ей кисть на место. Она еле как зашла в пазы и, честно говоря, очень туго прокручивается. Как, собственно, и вторая. При этом все остальные шарниры отличные и очень тугие. Даже слишком. В этой серии макияж Фрэнки очень необычный, а точнее театральный. Сверху расположены синие тени, а снизу розовые. Также на синих тенях сверху есть несколько точечек, под которыми располагаются пышные и многочисленные реснички. На губах у нас, как обычно, на губах бордовая помада, которую очень любит Фрэнки, и она фигурирует в многочисленных и частых ее выпусках. На шее у нас есть контакты со шрамом и болтиками. Они выполнены из матового серого пластика, что иногда отличается у Фрэнки, так как они бывают разных форм и цветов. Например, в коллекции 2600, как пример, они блестящие, а в кошмарном рифе они вовсе черные и очень крупные. Также ручки у Фрэнки жестовые и, как я сказал, очень тугие и еле как прокручиваются. Платье Фрэнки очень типатичное и, я бы даже сказал, завораживающее, так как на нем изображены три иллюзии, в которых также мелькают молнии, которые также очень любят Фрэнки. Неотъемлемая часть коллекции Фрик Души — это вот такая сеточка с принтом полосок и рваным подолом. Воротник выполнен из того же самого, и сзади на шее есть липучка, с помощью которой воротник можно расстегнуть и снять. В области живота у Фрэнки опять же черная ткань и принт синих шрамов. И на поясе располагается красный пояс с черными полосками. Он пришит к плащу и отдельно не снимается. На ногах Фрэнки очень симпатичные сапоги. Шнуровка выполнена в форме молний,
Цепляется на поверхность сапогов ромбовидная. Каблук выполнен в форме шляпы с кроликом, но, увы, никак не окрашен, из-за чего заметить это не особо-то и легко. К кукле прилагаются также разные атрибуты фокусника. Например, это три кольца с застежкой на втором, с помощью которых остальные два можно снять. И палочка фокусника, которая имеет на себе крепление для пальчика и не особо на нем так хорошо и держится, из-за чего ее очень легко потерять из-за миниатюрности. Я думаю, это идеальный момент, чтобы сравнить куклу с промофото, артом и версией мультфильма. На промофото у куклы совершенно другая печать, и очень жаль, что ее изменили. И также получается укладка, но в принципе это довольно-таки логично. Также на промофото шляпа расположена с правой стороны, хотя в коробке она идет с левой. Но в принципе это можно изменить. В свою очередь на арте у куклы немножко другой скинтон, что, наверное, все-таки не столь отличие, сколько наличие какого-либо эффекта на конкретно этом арте. Не уверен, то, что это первоначальный вариант. Также каблуки отличаются. Это не просто шляпа фокусника, а обычные цилиндры без полей. Также на арте отсутствует ободок. Ободок, нету розовых нижних теней и синие тени намного ядреней. На втором арте, в принципе, все те же отличия, за исключением теней. Они точно такие же, как куклы, так как оба арта сделаны по одному принципу и по одной болванке. Также шлейф и воротник непрозрачные и не просвечивают платье и ножки. И отсутствует розовый блик, но это все-таки фишка только куклы. Отличия в мультфильме я нашел всего лишь два. Это отсутствие белого ободка и окрашенные кролики на каблуках. А на этом, собственно, все. Я с вами буду уже прощаться, но перед этим хотел бы у вас узнать, интересны ли вам такие обзоры на уже старых кукол, или хотелось бы чего-то, например, более эмоционального, чего-то более рассчитанного на эмоцию, а не просто сухие обзоры. Ну а перед концовкой напоминаю вам про свой телеграм-канал, в котором, как я уже говорил, скоро начнется или уже начался, не знаю, когда выйдет это видео, розыгрыш на мерч Винкс, приуроченный к моему дню рождения. Ну а с вами был Декси, всем пока-пока.